Господи, я тебе вечно верну, велик мой Господь. Исполнение церкви Твоей, сохрани, освети, любящий, благолепию дому Твоего. Ты тех воспрослави божественную Твою силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй церковь Твоим, священникам воинству, и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть. Сходя я от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Христос, истинный Бог наш, молитвен пречистой Своей Матери, святых славных сихвальных апостолов и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Кастаграда Златоустого, святых славных добропробедных мучеников, новомучеников и исповедников церкви русские, святого апостола Верки, епископа Ирапольского Чудотворца, Седмия Троков и Живоефесия, Максимилиана и Амлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, Константина и Иоанна, мучеников Александра, епископа Ираклия, воина и жен Анны, Елизаветы, Феодотии, Гликерии, членомучеников Серафима, архиепископа Угличского и с ним Владимира, Александра, Василия, Александра, пресвитеров и преподмучеников Германа и Мины, членомучеников Николая, Николая, пресвитера и преподмучеников Григория, их же память совершаем, стыки праведны Бога, Отец, и Акимаяны, и все святые, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Yeah.
молиться исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди исцели со мной и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Бог Господь явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся Господи веку благ, яко век милость Его. О, вышедшая бы душа мя, именем Господним противлягся им, не умро нажив Бога и повем дела Господня. Камень Его же не пригоше зиждущий, сей бысть во главу угла от Господа бы сей, и есть дивен очи всех наших. Вишнего, за всех молишься Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем говоришь спастися, державный Твой покров прибегающим, всех нас заступил Госпоже Царице и Владычице, и же на пастих и скорбих и болезнях, обремененных их и многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душей, сокрушенным сердцем, предпречительным образом со слезами, и невозвратно имущих на Тя, избавление всех зол, всем полезное даруй, и вся спаси Богородица Деву, и бойся божественный покров рабом Твоим. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Твоей Сыну и Святому Духу, и не пресвятай во веки. Боже, молитесь милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся великом Господине и Отце нашим, Святейшим Патриархе Кирилле и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Германе и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Иоанне и всей во Христе братьей нашей. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всех где предстоящих и молящихся, и о еже умножитесь лето живота их. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Еще молимся за всю братью и за всех христиан. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Услыши мне, Боже, Спасителю наш, упование все в конце в земли и сущих море далече, и милости в милости будь, Владыко, в грехах наших и помилуй. Милостив Бой, человека любит Бог, если Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О, Пресвятей Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, со умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородице,
Своей Матери, все святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Во имя Отца.
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие всечестные отцы, братья и сестры, сегодня мы прославляем Матерь Божию, ее милость, ее помощь, явленную через икону, которая стала называться у нас Казанской, потому что была обретена в городе Казани. Мы знаем жития отроковицей Матроной, которой было троекратное явление Матери Божией, раскопать определенное место и найти икону, как такой залог, залог благодатной помощи Матери Божией русскому народу. И вот она, посоветовавшись, сначала, знаем, она не слышала, думала, это какое-то прелестное такое видение, не обращала внимания, но когда Матерь Божия уже так веско, вразумительно ей сказала, вот, то она побежала, посоветовалась со священником. Священник был тогда Ермолай, там местный казанский. И вот нашли, обрели икону, от которой стали происходить чудеса, то есть случай явной благодатной помощи от Матери Божией. И было сообщено в Москву царю. Царь Иван Грозный сказал построить женский монастырь на месте явления вот иконы Божией Матери в Казани. Этот праздник явления мы празднуем в июле. И вот с тех пор, за несколько десятков лет, Казанская Матерь Божия разошлась во многих сотнях списках по всем городам, селам, станицам. И вот уже буквально получается через 30-40 лет, когда началось смутное время, вот, Матерь Божия именно через список Казанской иконы Божией Матери помогла в очередной раз русскому народу. Мы знаем, в прошлые века была помощь, вот, но обращались к другим образам чудотворным. Вот у нас Владимирская икона Матерь Божия очень прославлена во время набегов завоевателей южных грозных из Орды Золотой, и другие там были. Вот Тамерлан, он воевал с Золотой Ордой, он был самаркандский правитель. Вот, то есть тоже могущественный был завоеватель. Вот у нас праздник Сретения в сентябре, когда он с несметными полчищами шел на Москву, а в Москву принесли Владимирскую икону с Владимира. И вот он под Ельцом за 400 километров от Москвы остановился и дальше не пошел. И все историки недоумевают, что же произошло, что его остановило. Он свернул и стал искать своего соперника, хана Тахтамыша, с ним воевать. А Москву не тронул. И вот было откровение, что Матерь Божия явилась этому завоевателю и сказала, что на Москву нельзя ходить, иначе будешь разгромлен, уничтожен. Он посоветовался со своими, хотя сам был не верующий, не христианин, но у него были советники там разные. Вот. Они говорят, это мать христианского Бога Иисуса, ее сила неодолима. Но он так подумал, зачем? Зачем, да, как говорится, лезть против непреодолимой силы. И пошел делать свои мирские дела, завоевания прочие. С такими же равными себе по силе соперниками. А вот против Матери христианского Бога он не пошел. Против силы Божией непреодолимой. Вот когда Савл, будущий апостол Павел, шел гнать христиан, его сиял божественный свет, и голос был такой: «Что ты меня гонишь? Что, говорит, тяжело тебе против рожно идти, против божества непреодолимой силы?» И Савл смирился. Так вот и впоследствии другие, некоторые грозные завоеватели, но смирялись под крепкую руку Божию, как Тамерлан. А те, кто не смирялись, бывали уничтожены и разгромлены. Вот Мамай не захотел смиряться. Вот, и стал из таких обычных правителей земных, стал богохульником, богоборцем. Если его предшественники довольствовались данью, ну, завоевали Русь, хорошо, получают дань. А этот Мамай сказал: «Нет, я, говорит, разрушу их города, перебью мужское население и веру их уничтожу». И вот за это было ему попущено быть самому разгромленным и убитым, уничтоженным. Поэтому те, кто восстают на основы, основ на нашу веру, которая нас объединяет и которая создала наше великое государство, вот те люди терпят поражение. И вот это случилось в очередной раз в 1612 году. Смутное время началось, уже 5-7 лет было, как вот мы знаем, как был хоть избран царь Борис Годунов, да, потом он был смещен,
вот, и умер, и пошло вот это вот междуцарствие. Избрали боярина Василия Шуйского, ну, недолго он процарствовал, пошли лжецари, лжедмитрии, там, самозванцы, и вот это называлось на Руси смутное время, первый самозванец, второй самозванец, и вот уже наша, как говорится, российская была правящая, как сейчас говорят, элита, боярская такая дума, они уже согласились, чтобы прекратить эту смуту, позвать правителей из-за границы. И вели переговоры то со шведами, то с поляками. Вот. И уже согласились признать Владислава Королевича Польского русским царем. А через этого Владислава больше правил его отец Сигизмунд, который хотел получить русскую корону. Вот. И единственное условие, чтобы хотя бы формально он принял православную веру. Вот. А эти польские интервенты, они гордые были, они не собирались никакую православную веру принимать. Они вводили свои обряды, наверное, католические. Конечно, очень людей раздражали. И выросло недовольство. Говорили, что предан русский интерес, а главное, что предан наша православная вера. И стали собираться ополчение. Вот собралось ополчение в Нижнем Новгороде. Мы знаем, там великий гражданин был Козьма Минин, который был организатором, мозг, так сказать, этого всего дела, который сам пожертвовал свое состояние и дал пример другим именитым и состоятельным людям, вот, жертвовать на ополчение. Потому что не было регулярной армии. Одни шайки, банды, вот, орудовали по всей Руси. И польские отряды. В Кремле поляки засели. Было страшное время. Вот, полное беззаконие, разбой. Вот, казаки тоже по-разному себя вели. Одни были за тех, одни за других. В общем, была полная вольница. Вот как был лозунг, когда любая революция, все кричат «грабь награбленное» и грабят все подряд. Вот, и правых виноваты, богатых, бедных. Вот такое творилось на Руси. Но нашлись люди. Вот Козьма Минин, он организовал, как говорится, финансировал, но нужен был командир, начальник, опытный воин. И призвали князя Дмитрия Пожарского. И вот это вот ополчение двинулось на Москву. И как символ, залог будущей победы взяли Казанскую икону Божией Матери. И как мы все знаем по истории, ровно, получается, 405 лет назад, 4 ноября 1612 года, Москва была освобождена, Кремль был освобожден. Вот, и все святыни кремлевские вернулись в руки православных, а главное, что земля русская, Москва, сердце наша Родина, тоже стала опять православным градом, православным государством стала Русь, и стали искать уже своего правителя. И вот мы знаем, что избрали Михаила Романова, который стал родоначальником последней из династии Романовых. Вот. Но а Ермолай, священник, который обретал икону Казанскую в свое время, он потом стал митрополитом и патриархом, патриархом московским Ермогеном. Но он был, как мы знаем, замучен и не дожил до этих событий, был умерщвлен от голода, голодом был заморен в Кремле. Но он все-таки сделал свое великое дело, он писал воззвание по Руси, объединяться, и вот за это как раз его враги и убили. Но, тем не менее, он сделал свое великое дело, поэтому мы его чтим как священномученика Ермогена. И видите, как все совпало? Этот Ермоген – это тот самый в миру священник Ермолай, который обретал Казанскую икону Божией Матери. Поэтому так все Господь управил. Ну а сейчас события у нас 100-летней давности отмечаются по-разному. Вот. И, как говорится, мы родились тогда, когда все читали стихи «День 7 ноября, Красный день календаря». Вот. А сейчас немножко по-другому. И мы по этой старой традиции, но выбрали день в этом же месяце, буквально несколько дней раньше, но именно сегодняшний день, 4 ноября, как настоящий день и примирение, настоящий день единства. Вот мы, как люди церковные, как верующие люди, должны понимать, что, конечно, наше единство до сих пор обеспечивается нашей правильной верой, которая называется православной. То есть мы правильно прославляем Бога. И поэтому Господь нас еще милует, несмотря на все катаклизмы, катастрофы, предательства, отступления, нашествия иноплеменников, войны.
Вот. До сих пор наша Русь жива. И несмотря на все поздние изумления врагов, она всякий раз восстает из пепла. Казалось бы, уничтоженная, поруганная, но восстает. И это мы сейчас свидетели этим событиям. Мы здесь, люди в основном в храме стоим, люди нового поколения, которые, может быть, не были верующие до известных времен. И, тем не менее, когда получилась возможность узнать о вере, мы ее с радостью приняли, как родное, хотя нас с детства не учили. Это о чем говорит? О том, что это дело не человеческое, а Божие. И можно и не иметь воспитания христианского, но познакомившись с азами христианской православной веры, всем сердцем и душой ее принять. Это как раз то самое, о чем говорил Господь, когда послал апостолов: идите, сейте семя. И вот семя как раз Слово Божие. Вот оно сеется до сих пор. Если человек взял в руки Евангелие, взял в руки кратенькое, даже выдержки из Евангелия, там, где перечислены заповеди Божии, он прочитал и вдруг почувствовал, что это что-то его, что-то родное, то, что соответствует его внутренним убеждениям, то это значит, что семя попало на хорошую землю. А некоторые люди, вот, которых, кстати, больше, они что-то краем уха слышали, да, Евангелие, да, нужно делать хорошо, не нужно делать плохо, но как-то это так, все поверхностно, да, Иисус Христос был хороший учитель, когда-то давно, 2000 лет назад, но сердце это их не задело. Они как жили, как живут, они не имеют нужды, как они сами говорят, мы имеем, не имеем нужду, имеем нужду в посещении храма Божия. Вот у них получилось так, что слово посеялось, но тут же птицы прилетели, все поклевали, и плода не было от этого семени. И вот эта тайна, тайна, как говорится, Божия, тайна нашей души каждого. Почему, как говорил Господь, одни берутся, а другие оставляются. Одни берутся в Царстве Божьем, другие оставляются. Как мы сами воспринимаем этот призыв? Вот. Потому что призыв наш к вечности. Вот эти все наши, как говорится, здесь пребывания, это все подготовка к вечной жизни. Вот. Мы, как всегда, христиане, должны помнить, что мы здесь на земле не дома, а в гостях. Это вот, конечно, звучит для многих очень так отдаленно от их мировосприятия. Как же в гостях? Мы здесь родились, учились, семьи создали, детей рожали, внуков уже имеем. Постоянно в заботах крутимся, вертимся, постоянно нужно их одеть, обуть, обогреть, обучить, образовать, устроить на работу. Вот. Но тем не менее, оглянемся назад, вокруг кладбища, выясняется, что мы, как говорится, вот это предназначение выполнили, а дальше что? А дальше мы на пороге вечности. И даем ответ, как мы используем вот этот отрезок времени нашего земного для подготовки к этой вечности, к ней. И вот если это было правильно проведено время, нам хорошо, нам спокойно на душе, и мы не боимся этой вечности. А вот те, кто, как говорится, совесть обличает, что как-то жил, как говорится, вообще не задумывавшись о ней, и не хотел даже узнавать, что там будет, как, и отмахивался от этих вопросов. Вот у него беспокойство на пороге вот этого перехода, который называется смертью, страх. Любыми правдами-неправдами до последней таблетки, как говорится, оттягиваем этот неизбежный момент. Потому что понимаем, что, как говорится, жили так, что ничего нас там хорошего особо не ждет. Мы, как говорится, и не готовились, и не просились, как говорится, а все равно придется пройти. И вот даже вот такой вот разумный, рациональный даже подход людей умных должен к этому подталкивать. Ведь, как пишут на изображении, всего никто не избежит, поэтому надо оглянуться на своих предков, на дедов, прадедов, вот, которых мы поминаем по привычке, приходим на могилы, красим их, ухаживаем, опять-таки, замечательно, но мы же все понимаем, что душа человека, она в другом, как говорится, немножко находится измерение, да, и здесь нужна какая-то, как говорят, квалифицированная помощь. Вот приходим мы, больные, к врачам, медик выходит, говорит, нужна квалифицированная медицинская помощь. Там мы привязали какую-то палку, там какую-то шину наложили самодельно, веревкой замотали, а тут приходит врач, все делает квалифицированно, правильно. Так вот и в духовной жизни. Вот. Иногда нужно задуматься, где получить нам квалифицированную помощь. Вот. И тут уже наша задача священников оказать эту помощь, дать квалифицированный совет и квалифицированный ответ. Вот. А если мы сами не совсем уверены в правильности того, что говорим, в истинности, то и эта неуверенность передается и окружающим. Поэтому веры у нас такой нет сильной. Нет среди нас чудотворцев, святых, которые могут горы передвигать, которые могут исцелять, воскрешать. То, что мы сами там, как говорится, не были, вот, с чужих слов говорим, а жизни святых не имеем. Вот, что же делать?
Надо искать примеры все равно святости, праведности и в нашей жизни, и в Евангелии, и в житиях святых. Если видим в окружающей жизни примеры, мы должны знать, что эти примеры были совсем недавно. Вот, отходят и люди, которые праведно прожили всю эту жизнь, и которые, как говорится, также одной крови, одного рода племени вместе с нами, в те же учили школы, в те же институты ходили, в той же армии служили. Вот, но тем не менее прожили жизнь правильную, достойную христианина. Вот, поэтому надо, конечно, вот возгревать эту веру, пытаться в себе. И это вы делаете, когда приходите в храм, когда причащаетесь. Но тоже не нужно ждать сразу, что да, благодать такая явно себя проявит. Вот мы часто это предупреждаем, потому что, наверное, сами не имеем этой всей благодати. Вот. Уже тот факт, что для вас потребность прийти в субботу, в воскресенье, в храм, в праздник, это как раз действие благодати. Потому что вокруг миллионы людей не имеют этой потребности. Значит, они имеют этой благодати, этой силы, которая их подсказывает, подталкивает, направляет, помогает. Вы не присваиваете это себе. Вы думаете, вот я такой родился, да, как говорится, и поэтому вот я хожу в храм в воскресенье, потому что я лучше других. Это не ваша заслуга, а заслуга божественной благодати, которая незримо вам подсказывает, напоминает. И даже святые угодники, когда достигали великосвятости, себе вообще ничего не присваивали. Говорит, мои только грехи. Поэтому мы, за что мы должны благодарить Бога? За то, что мы здесь в храме сегодня собрались. За то, что он нас сегодня сюда привел. Вот. И за то, что у нас не возникают таких вопросов, зачем сюда ходить, зачем причащаться, зачем исповедоваться. А я повторяю, что миллионы людей этого не знают. Вот. И я вот недавно могу даже поделиться личным. Позвали меня встретиться, я с одноклассниками, 30 лет назад выпуск был школы. Собираются они, оказывается, ежегодный день есть. И я на несколько часов заехал. Людей не видел, ну, минимум 29-28 лет, кого последний раз видел, может быть, в 91-м году, там, ну, 26 кого-то, это несколько, может быть, да. Какой сейчас год, да, в 91-м мог видеть, да. А некоторых и 30 не видел. Ну, там человек 15 было. Вот. Так, посидели, поговорили. Вот. Я, честно сказать, сомневался, ехать, не ехать. Но думаю, ну, если хоть какому-то одному человеку будет польза вот от этой встречи. Оказывается, они мне написали, правда, в интернете. Мы, говорит, уже несколько лет за тобой наблюдаем. Очень рады. Говорит, гордимся. Ага, написали тобой. Ну, там ребята, с которыми мы когда-то в поход ходили. Ага, ну, думаю, ну, ладно, проверим. Значит, как там. Ну, интернет сейчас такая штука, как говорится, палка о двух концах. С одной стороны, о тебе, как говорится, все рассказывают, но с другой стороны, многие имеют возможность что-то узнать. Вот, как, Паша, вот я попал сюда, стала у нас хроника ежедневной, так сказать, почти моей жизни выставляется туда, вот, с биографией, со всеми делами. Вот, и замечательно, значит, хорошо. И, оказывается, мы, говорит, несколько лет наблюдали, смотрели, вот, наконец, решили позвать. Вот, ну, позвали, значит. Проверили меня, так сказать, да, потом пригласили. Вот. Ну и что? Конечно, 95% пустота, потому что... Но основной вопрос какой задают, думаете? Ты не жалеешь? То есть они, ты говоришь, не жалеешь, что ты выбрал там? Ну, особенно, понятно, монашество, да, то есть они там, конечно, каждый хвастается, у кого сколько детей, ну, если у кого хвастаться. Нет, один там молодец, четверо детей... Мой ровесник, дочка родилась 4 месяца назад от одной жены. Это достижение, особенно для Москвы. Да, это... Не, а что вы смеетесь? Для Волжска, думаете, не достижение. Четверо детей от одной жены. Вот, это редкость. Но тем не менее, вот каждый... Ну, понятно, что люди живут обычной жизнью, вот, и стараются поддержать вот этот вот уровень жизни, который они, к чему они стремились всю жизнь, материальный. Вот, но духовных вопросов вот не было, ни одного, честно сказать, вообще. Вот одна садила рядом, одноклассница, говорит, вот у меня нет потребности, вот я не понимаю, зачем ходить в храм. Вот откровенно передаю прямо слово в слово, вот нет у меня потребности в храм. Я не понимаю, зачем каждое воскресенье ходить в храм? Я что, не спасусь из-за этого? Я верующая, я счастлива. Но у меня, говорит, воскресенье единственный выходной день. Они работают, все пашут, зарит, зарит, чтобы... иметь возможность отдохнуть там за границу, но офис где-то в Дубае, у другого там еще. Ну, кто-то состоялся, кто-то, конечно, может быть, более-менее. Ну, люди там, как говорится, карабкаются как могут, как и везде, как и у нас, да? Вот. Но смысл в чем? Что вот, что ей ответить? Я говорю, а ты когда-нибудь исповедовалась, причащалась хоть раз в жизни? Он говорит, нет. Я думаю, ну и как у тебя будет потребность? С чего она возникнет, эта потребность?
это все равно, что никогда не есть, а потом говорит, у меня непотребность, нет потребности есть, да? Никогда не заниматься спортом, говорит, у меня нет там сил, возможности поднять штангу, вообще нет потребности, да? Конечно, нет потребности, ты никогда не пробовал, у тебя нет к этому интереса. Так вот и здесь. Вот как объяснить человеку, чтобы это потребность? Сказать, попробуй. И это жалко, конечно, так людей, но реально я все это прекрасно понимаю. Вот у меня тоже по первости, когда я крестился, не было потребности. Но были люди, которые меня подталкивали в спину, говорили, надо в воскресенье пойти в храм. И я вам честно скажу секрет. Вот я крестился, первый месяц меня там на веревочке ходили, водили в храм по воскресеньям. Да, в Московском. А храм был битком там в Биберево. Где-то на улице постояли, я максимум до Отче наш стоял. Потом говорю, все, хватит. И убегал. Ну, не убегал, а возвращался с чувством выполненного долга. А, почему? Потому что это все нужна, как говорится, тренировка. В духовной жизни тоже нужна тренировка такая. Но потом, в один прекрасный момент, я почувствовал потребность, и мне не нужны уже были веревки. Не нужны были толчки в спину. То есть рано или поздно это приходит. И вот как ответить такому человеку? Вот часто, вот пока человек самодостаточен, как ему кажется, ему не нужна церковь, не Бог. К сожалению, у нас, ну, а может быть и к счастью, так устроено, что часто приход человека в храм связан с каким-то или потрясением личным и с чувством, так сказать, вот именно своей недостаточности, что ты уже своими силами не справляешься. Это как и скорбь, может быть, болезнь, потеря близкого, там, где ты уже не властен, и это тебя, если этот человек разумный, вот, он способен переоценить какие-то вещи, и вдруг у него эта потребность возникает. Это вот такое общее правило. Меня поразили недавно слова одного человека, известного в свое время, сейчас кто-то его помнит, но не буду назвать имя. Если интернет этот, конечно, правильно его процитировал, но слова очень знаменательные. Там, ну, человек был высокопоставлен, возглавлял один регион, не буду говорить какой, был там во властных там структурах, но сейчас на пенсии, на лет 80 уже. Ну, как бы его цитируют, все равно там на виду, на слуху. А там у них спор в городе, строить храм в одном месте или памятник там царице, императрице, там кому-то. Ну, там место какое-то такое непонятное, и вот так его цитируют. Он говорит, ну, я бы, конечно, тут памятник построил, а в храм в другом месте немножко. И дальше он говорит такие слова. Ну, опять-таки, если правильно цитируют, слова такие. Ведь храмы, говорит, тоже нужно строить, храмы тоже нужны, потому что бедным людям нужно место, где они просят помощи. Конец цитаты. Я прочитал и ужаснулся, удивился. То есть человек, давайте строить. Оказывается, у людей, у некоторых, и ну, развитых, и умственно, и высокопоставленных, оказывается, такое мнение существует. Представьте себе. Это значит, человек никогда не терял близких, никогда не терял здоровья. Он думает, что он вечно молодой. Он думает, что у него вечная жизнь сама по себе, вот, независимо от Бога. Вот, понимаете? Это, конечно, большая личная трагедия для этого человека. Надо молиться, чтобы он все-таки вразумился до исхода, что храмы не для бедных, а храмы для всех, потому что все мы нуждаемся в помощи Божией, и все нуждаемся в благодати и в спасении. Вот я об этом вам хотел сказать. Если мы вот это поймем, вот это то, что нас объединяет, и то, что нас сохранит еще на многие лета. Храни всех Господь.
крестный ход в день празднования Казанской иконы Божией Матери в Волжском, городе Волжском, это уже традиция, сложившаяся хорошая традиция, проходит каждый год, и шествие начинается от храма Новомучеников на Руси Просиявших до храма Иоанна Богослова. С каждым годом все больше и больше прибывает народа. Здесь представители как разных приходов храмов, так и казачества. Здесь молодежь, воскресные школы, безусловно, и все духовенство Волжского Богочения, практически все духовенство. И праздник этот достаточно знаменательный, знаменателен во всем православном мире, потому что икона Казанской Божией Матери почитается уже давно, с конца 16 века она почитается широко и повсеместно, потому что именно эта икона, именно по молитвам этой иконе даруется людям объединение, дается народу объединение. Первое шествие, первый крестный ход иконы Казанской Божией Матери возглавили Минин и Пожарский. Это первое народное ополчение против поляков. И с иконой Божией Матери Казанской вошли в Москву. Также второе народное ополчение, которое было во время Сталинградской битвы, историческое событие, также связано с этой иконой, потому что трижды был осуществлен крестный ход и молебен Казанской иконе Божией Матери, Ленинград, Москва, Сталинград. И произошел коренной перелом в ходе событий не только Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, но и во всей Второй мировой войне. И не случайно вступающий в брак тоже благословляет именно Казанская икона Божией Матери, потому что ей молится об объединении. И вот этот крестный ход – это большое, достаточно знаменательное событие, если все люди города Волжского объединятся, выйдут на крестный ход, то, возможно, жизнь в нашем городе станет намного лучше, прекрасней, и души людей станут мягче и теплее, потому что все, что сейчас вообще в мире происходит, оно направлено на то, чтобы люди обособились, озлобились, жили уединением, забывая о ближнем. Но именно Казанская икона Божией Матери, ее милость, благодать, молитва пред Богом может дать ту благодать людям, которая их объединит. И очень хочется верить, и, наверное, это действительно происходит. Все больше и больше людей узнают о крестном ходе, желают прийти, присоединиться и помолиться Казанской иконе Божией Матери. Кстати, нужно отметить, что каждый год, вот именно в ноябре, уже идут дожди, погода промозглая, но именно на Казанскую, даже если пасмурно, именно в процессе крестного хода появляется солнышко. Но сегодня Господь благоволит, Пресвятая Богородица тоже радует, солнце у нас светит с самого утра. Погода тоже радует, поэтому думаю, что крестный ход у нас будет радостным. На сегодняшний день наши добровольцы у нас присутствуют, присоединяются к крестному ходу, наверное, для того, чтобы объединиться. Добровольческое движение православных добровольцев, именно епархиальное, стартовало с этого года, с весны этого года. И в наших рядах еще не так много ребят, но они постепенно узнают об этом движении, прибывают в наши ряды, и мы надеемся, что участие в этом крестном ходе поможет им объединиться, найти друг друга. Какой-то особой работы сегодня, наверное, для них нет, потому что такое вот здесь волеизъявление каждого принять участие в крестном ходе, в шествии. Но они готовы выполнить любое задание, любую работу. Знаешь, по радио опять передавай, чтобы их было в этих... Отец Олег, а где отец Алексей? Отец Алексей, да. У нас сил, да, я тоже не знаю. Ну да, рост не велик, да и фигура. Да ряса-то что, она на любую форму есть, кстати. Пресный во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный. Подателю, приди в себе со мной, и очень.
очищены от всяких скверны, и спаси, Боже, души наша. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне, и исповедуйся, Господи, яко Боже, любви во имя Господне, нашим именем Господним, против лягся, днемро наше, воды поведено Господня, камень его же не прикоши зиждущий земли зерна угла, от Господа мы все, и ночи все наши. Во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряды, во имя Господне. Заступница усердна, Господа Вышнего, за всех молящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творивших спастися, державный Твой покров прибегающим, всем.
Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Алексей, моли Бога о нас.
Христу Богу возлюбленье, ускоризновите люди безответны, приемлете преподающа, и же падше на персе приемы, Его же моли богословие, и на лежащую мгу языком разгнати, прося на мира и велия милости. Высокая, нищетою богатая, очи священном начальниче не кладет, моли Христа Бога, спаснися душа наша. Парами так вот. Утешаешь ты, Отец, милуй, 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 милу
Троице, и милости Твоей молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, Господине высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Иоанне, и о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи. И молимся за всю братью и за вся христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышали, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих море далече, и милостив буди, Владыка, во грехах наших, и помилуйны, милостив Боя человека, любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Пресвятей Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии, со умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царице моя предлагай. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей Матери,
и все святых помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. И честные отцы, братья и сестры, сердечно вас приветствую, поздравляю с этим праздником и благодарю за понесенный труд. Небольшой, конечно, труд. Незаметно прошел этот крестный ход, но тем не менее вы потрудились, использовали свое время, этот выходной прекрасный солнечный день для того, чтобы помолиться вместе, прославить Матерь Божию и ее помощь, которая особенно была явная и явно явлена во второй, уже в третьей четверти 16 века в городе Казани. Вот. Иногда чудеса делаются через простых людей, немощных. Вот девочке Матроне явилась сама Матерь Божия и повелела найти икону. Она сначала не придала значения ее словам, но потом, такое строгое вразумление получив, она рассказала священникам. Священник в Казани был известный человек по имени Ермолай. Выкопали эту икону, очистили от копоти, от грязи, и вдруг от этой иконы произошли чудеса исцеления. Было донесено в Москву, и тогдашний царь Иоанн Грозный приказал построить женский монастырь на месте явления этой иконы. И вот за несколько десятилетий икона в своих списках распространилась по всей Руси и стала известной как последний явленный чудотворный образ Божьей Матери. И вот мы знаем, что буквально через 40 лет после явления начались смутные времена на Руси, когда прекратились законные правители, цари, появились и самозванцы, и изменники. Все хотели унаследовать огромное достояние огромного российского государства. И многое явилось нестроение, много было раздоров, предательства. То есть страсти греховные у людей вырывались наружу, уже забывали и чувство долга, и правила своей веры, и благочестия, нравственности, и отнимали, обижали у ближнего. Много было беззаконий, разбой, убийств. И, конечно, так не могло продолжаться бесконечно. Люди уже взмолились, когда это прекратится. И была опасность вообще утратить нашу церковную, как сейчас говорят, идентичность народа, нашу православную веру, которая явилась таким вот основанием мощным для создания государства. Потому что появились уже и заграничные претенденты на российский престол и другой веры неправославной. И уже был сговор и договор. Вот, если бы они себя более дипломатично вели, может быть, они так разнузданно и нагло, как они себя в Москве вели, может быть, и история пошла по-другому. Но, как говорится, Бог отнимает разум у таких людей. И их вот это вот нежелание уважать культуру, уважать веру нашего русского народа, вот, во многом явилось таким фактором, что люди возмутились, сплотились, искать стали национальных лидеров, национальных вождей. И Москва была пленена, мы знаем, польскими интервентами. В Кремле они засели и своего уже королевича Владислава везли на престол. Вот. Но нашлись люди, которые сказали, нет, такого никогда не будет, и сплотили людей. И здесь объединились, как говорится, все сословия. Почему единство, единение празднуем день? Потому что нужны были финансовые средства, собрались купцы, собрались состоятельные люди, оплатили воинское снаряжение, все необходимые припасы, коней. То есть, чтобы вооружить войско, это какие средства нужны? И появились талантливые начальники, позвали князя Дмитрия Пожарского, опытного воеводу, чтобы он возглавил это ополчение. Ну и главное, что не забыли, что нужен покров свыше, благословение от Бога, от Матери Божией. И войска взяли Казанскую икону Божией Матери. Уже она была известная, всего 40 лет прошло после ее явления, а уже во всех городах знали. Быстро вот эта вот весть распространилась о новой иконе явленной и о ее чудесах. И вот с этой иконой мы знаем, как раз ровно 405 лет назад они вошли в Кремль. Русские победоносные войска изгнали интервентов и через некоторое время избрали уже российского правителя, российского царя Михаила Романова.
уже династия 300 лет, которая правила у нас здесь на Руси, да, до времен как раз-таки 100-летней давности. Вот этот год знаменательный, когда мы вспоминаем события 100-летней давности и 400-летней давности, вот, примеряем это к сегодняшнему дню и, учась на вот этих уроках истории, стараясь вспомнить их, вот, применить к себе, стараемся не совершить ошибок, которые были совершены в прошлом, и научить детей и внуков не совершать такие ошибки впредь. Когда под такими вот общими, как говорится, и всем понятными лозунгами «Свобода, равенство и братство» тут же появлялся лозунг «Грабь награбленное», вот, и творились всякие беззакония, и в итоге не получал никто ни свободы, ни равенства, ни братства. В результате вот таких вот бунтов, потрясений, вот. Но всегда находятся силы, которым не нравится сильная, могучая православная Русь, поэтому нужно здесь иметь разум. Вот. А откуда его взять разум? Надо, конечно, обращаться к истории, но надо еще и обращаться к своим духовным истокам, с молитвой к Богу, чтобы Он вразумил нас, вразумил наших правителей, чтобы они находили вот часто единственный верный путь, по которому нужно вести в будущее Русь. Но путь этот известен, мы не знаем политический путь, мы не знаем формы правления, вот, но мы знаем духовный путь. Путь – это сохранение православной веры, которая является залогом единства нашей страны. В этом мы глубоко убеждены, и это показывает история. Только возвращение к истокам, к вере, вот, как бы там ни хотели, но во время Великой, ну, не хотели интерпретировать, я имею в виду. Но во время Великой Отечественной войны тоже был совершен возврат к вере. Мы знаем, что по требованию родственников здесь, чьи мужья, сыновья, братья воевали, были открыты храмы, чтобы за них могли их матери, жены, сестры молиться. И многих вымаливали. Люди возвращались с фронта и говорили, что меня что-то спасало. А что спасало? Молитва матери верующей спасала зачастую. И вот был возврат к вере. И вот когда случаются какие-то скорби, наш народ, как говорится, вспоминает, отряхивает себя всякую, так сказать, наносную пыль, вот, заносного иностранного какого-то атеизма, рационализма, и возвращается к истокам. Вот. И я это желаю всем нам. Конечно, нас, как всегда, меньшинство в данный момент, но много сочувствующих, так оно всегда было. Много сочувствующих, но не всегда люди имеют смелость, решимость вот в открытую примкнуть. Это всегда было, кто-то вот ведет, вот, а кто-то, как говорится, радуется. И поэтому надо, пусть сегодня, может быть, не 200, не 10 тысяч, не 20 прошло, но многие нас все равно так или иначе встречали с сочувствием, с улыбками и с крестным знаменем. Я надеюсь, что дело, как говорится, не в количестве, а в качестве. Вот, чтобы наш пример какой-то действительно, то, что мы вот все называем православными, чтобы он людей как-то вдохновлял и везде, в повседневной жизни, чтобы мы это не забывали, и особенно священнослужители были каким-то примером духовно-нравственным. Потому что сейчас много укоризн, часто незаслуженных, но пропагандистских выпадов в сторону церкви мы видим происходит. Какие-то деятели, вот я вчера слышал уже, которые на слуху, вообще говорят, один из пунктов предвыборной программы у этого деятеля, он прямо сказал, запрет Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Ну, не дождется этот товарищ, естественно. Вот, скорее всего, да, что-то обратное произойдет. Вот. Поэтому кто запретил, да? Если Господь сказал, что врата адова не одолеют мою церковь. Другой вопрос, будем ли мы достойны, хранители и носители этой веры? Вот если не будем достойны, Господь другой народ изберет, вот, чтобы они были хранители. Пока Россия является действительно самым большим православным народом, который хранит правильную веру православную. И вот за это, я думаю, до сих пор мы едины, и мы сохранили то, что сохранили. Несмотря на все утраты и растраты последних лет, все-таки ядро мы сохранили. Я думаю, все равно, если сохраним веру, то все равно будущее будет у нас благоприятное, и наши дети, внуки, правнуки еще смогут и в этой жизни пожить, и подготовиться к вечности по-православному. Храни всех Господь, Матерь Божия. Спасибо. Спасибо.
Крестный ход уже является традиционным. Более 10 лет он проходит в городе Волжском и собирает несколько тысяч человек. Священнослужители, дети разных, люди разных возрастов с детьми, все идут этим крестным ходом, прославляя Господа, Его Святое Имя и Царицу Небесную Богородицу, чью память мы сегодня светло празднуем в честь ее икона Казанской. Поэтому, конечно, слава Богу, что люди приходят, и день нам Господь такой, смотрите, какой выдался солнечный, Господь даровал такой день. Очень отрадно видеть лица людей радостные. Слава Богу.